Ты готов? Да, я готов. Тут будет сложнее, чем с бабушкой Ольгой, сразу предупреждаю. Все, начало. Тут будет намного сложнее, чем против бабушки Ольги. Так, 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 так. Видел? Вижу, вижу, вижу. Опа-на. Откуда? От, ты как его, из тоннеля. Опа-на. Так. Опа-на. Так, 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 так. Опа-на. Он как будто со всех дырок, слышишь? Ага, да, вижу, вижу. Надо бдительный быть, надо бдительный быть. Тут на реакции, это какой-то флеш, я не знаю, он со всех дырок сразу. Ты аккуратней. Угу, стараюсь, стараюсь. Давай, Вань. Так, 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 так. Так, ага. У тебя звуки есть? Ой. Он сближается, а вы не дать... Вань? Так. Вань? Опа-на. Ага. Вань? Ага. Вань! На-на-на-на-на-на! Ну попасть нужно, попасть! А я стараюсь, стараюсь. Воу! Килл есть! Ничего себе, ты его на реакции взял, слышишь? Угу. Ебать, нормально, давай следующий раунд. 1-0 пока что. Но он прям, он шустрый, понял? Ага. Опа-на. Так. Он очень шустрый. Так, 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 так. Ага. На, получай, в воздухе. Так он еще и разбился, слышишь? Нормально. Следующий раунд 2-0, слышь? Ты и внука, ага, походу, одолеешь. Ага, да. Ой-ой-ой. Отомстил, отомстил. Да, 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 отомстил. Смотри, в чат тебе выписывает внучок что-то. Что он мне выписывает? Какие-то команды выписывает. Uh-huh. F9. Uh-huh. Ну он абсолют, понял? Давай, Вань. Так, 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 так. Опа-на! Так. Так, так, опа-на. Так, так. Воу! Ай-яй-яй, 2-2! Он тебя ноускопом убил, смотри, 2-2, да. А ты без прицела умеешь стрелять? Без прицела? Ну, можно, в принципе, но это для тех, кто опытен. Кто элита. А, понял, понял. Опа-на! А, ты не видел? Нет, не видел. Ай-я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 й. Опа-на! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, Вань, 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 Вань! Аккуратней, Вань! Ваня! Ваня! Опа-на! Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу. Так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Опа-на. Ваня! Где я потерял его из виду? Из виду я потерял его. Он исчез куда-то. У тебя 10 хп, аккуратнее, 10 хп. Ой, да, что случилось, когда меня так постелили? Ваня, аккуратно, он бежит. Ваня! Ваня! Ваня, ты что делаешь? Тебя бабушка Ольга зарезала. Так это же не бабушка Ольга, вроде бы. Внук бабушки Ольги. Алло. Алло, ну ты слышишь? Вот это как будто жестко.
Тебе бабушка Ольга вопрос задает. Какой? Ну, молчать. А, в знак вопроса. Ой, извиняюсь. Это что было? Вань! Фу! Еле убил! Ты чё, Ванёк? Ты ведь Савика нормально играл, тут с 10-го раза промахиваешься. Да потому что он бегает, как Sonic X. Видишь его? Не вижу. А ты чё, ну... А ты где? Где он? Так, ага. Вань? Алло. Вань, алло, да, так. Я тут. Сейчас. Так. Ой, бля. Так. Ой, 30 хп. Ваня, соберись. Нужно сравнять щита, чтобы 4-4 было. Так. Ой, зачем мне нож? Вопрос хороший. Ваня! Перезарядка, тикай! Тянь! Ваня! Почему? Где ты? Когда? Стой, где? Кто здесь? Когда? Ваня! Что? Ванёк, ты чё? Ой! Ты 10 раз промазал! Я не понял, что со мной произошло. Ваня! Так. Вань, ну не нужно повторять ошибок, ты промпа! Тебе мышка вода, у тебя отдачу мышку дает. Перезарядка. Нормально. Зачем мне нож? Опять где мои кнопки? Опять взял нож. Ты опять с ножом. Ваня! Возьми ты уже. Да что ж такое? Что происходит? Вань, видишь? Видишь? О, нормально. О, 4-5. Нормас. Ты чё нож-то берёшь всегда-то? Тут нужно сами. Я не знаю, это чисто случайно происходит. Давай, Вань. 4-5, как будто бы нормально, слышишь? Угу, да. А, так. Ёбаный. Опа-на. Алло. Она ноускопом... Внук ноускопом убил тебя. Так. Ага. Живёшь? Живу. Ага, ой. Тише, аккуратней. Тут просто, понял? АВП — это то оружие, которое должен прицелиться и ЛКМ нажать. Просто, это легко. Ну. Ой. Попробуй в прыжке. Так. Вань. О! 5-6, нормально. О, нихуя ты просто челюсть вышиб. Нормально, 5-6, как будто бы можно сравнять, слышишь? Угу. Как будто сравнять нужно счета. Сейчас сравняемся. Так. Ага. Вань. Режут, Вань. Кто здесь, когда я здесь? Режут, здесь? Вань. Перезарядка! Перезарядка, где я? Кто их? Когда я? Прицелься, просто прицелиться и убить! Так. Давай. Почти. Зачем нож я достал? Нож на. Так, ты где? А, в смысле, видишь, когда видишь, кто видишь. Я? Давай. А? Вань, не дай... Ой, бля, вот это флик, слышишь? О. Еле Коля как сыграл. А этот внук ее, он со мной явно играется. Но чтобы он... я подустал. 6-7. Ну он такой, понял? Он этот... Он кибер, так скажем. Атлет. Ты просто навиков нормально показал, и я решил его выпустить. Так. Опа-на. Где он? Опа-на. Видел? Так. Ага. Вижу. На. Так.
Где-то здесь, а где-то здесь, а где-то тут, а? Где-то рядом, как будто бы. Ага. Оп. Давай, давай. Как будто бы за боксом, да? Да, за боксом должен быть. Ага. Ай-яй. Это знаешь, как... Молотком нужно, понял? Воу! Воу! На реакции, слышишь? На реакции нормально ты ему. Да, стараюсь. Сейчас мне нужно... Сейчас. Так, алло! Ну, вот так у тебя вынесли немножко вперед ногами. Так, сейчас. Мне нужно попробовать одну штучку сделать. Так. Почему я не могу? Ой-о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 й. Видишь? Иди сюда. Видишь? Ой-ой-ой-ой. На! Потерялся, в смысле, да. Так. Алло. Так. Да почему кнопки не работают? Что ж такое со мной? Вань, ты чё? Марк, ты иди взрыве? Сюда. Перезарядка, аккуратно. Марк Гуакамоле? Не. Ты его тоже знаешь? Я знаю его. Только его имя. Давай, ты чё-то играешь со мной? Попробую зарезать, ты, слышишь? А я не могу вплотную к нему подойти. А ты знаешь, что такое? Ты 52, знаешь, что такое? 52, это, в принципе, цифра Санкт-Петербурга. Ага, понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 15 хп. А ты знаешь, как на пальцах ее показать? Нет, не знаю. Ёшкин Матрёшкин. Да что ж такое-то? Давай. Это ёбаный... В рот, так. Давай, Ванюш! Так. Ну целься хотя бы. Ёшки. Так, да где же ты? Ваня. Сейчас. Ну подожди, я не могу найти его. Тебе бабушка Ольга троллит. Это внук. О! На, по голове получи. Сука, по шляпе. А ты на стриме сейчас? Вань. А, что? Ты на стриме? Я, да. Вот так, ты вот это знаешь? Вот так вот. Вот, смотри, я показываю. Угу. Ну, это, в принципе, легко показать. Я, в принципе, в гугле загуглил уже, как делать 52, потому что ты можешь, не знаю, мне какую-то засаду устроить. Нет, я если чё, я ну, не такой чел, я не буду тебя подставлять. На всякий случай. Не, подставлять не буду, ты чё. Алло, да что ж такое-то? Он шарит? Нет, ну ты шаришь, да, за 52? Ага, да. Я даже танцевал под песню Санкт-Петербурга. Реально? Да. Ну, у меня отзеркалена вебка. Так. Так, покажись. Ну, алло! Тут троллинг. Песня Санкт-Петербурга. Кто это играет? Иван Зола против внука бабушки Ольги. Да, и Иван Зола, я музыкальный исполнитель, лакер, тиктокер, твитстример, ютубер, в будущем актер чего-нибудь. А ты актер, кем, каким актером хочешь стать? В кино. В кино? Да. А кем хочешь? Какой-нибудь боевик сыграть или ужастик. Боевик? А что ты будешь в боевике делать? Ну, типа супергероя или суперзлодея, суперзлодеем быть или супергероем. Ага. Суперзлодеем, супергероем. Типа с автомата, да, всех злодеев перестреливать и так далее? Не, там типа лучи из глаз, как когти из росомахи, или даже гипноз какой-нибудь. А у тебя есть какая-нибудь сценка, которую ты, ну, готовишь? Ой, ТИХП. У тебя нет никакой сценки, которую ты готовишь? Какой сценки? Ну, не, сцена. А, сценки? Не, у меня нет сценок никаких. Ну ты вообще, да, ничего не подготавливал? Не. Ой, зачем мне нож? Ну зачем ты попался мне? Бля, да что ж такое-то? Нашили тебя.
Это подожди, ой, ты говоришь, что ты будешь стрелять из глаз, типа... Это как, графическая какая-то штука будет у тебя? Не, это как циклоп, знаешь, из Людей X. Не, я не смотрел, кстати, Людей X. Посмотри, не, если что, классный такой фильм. А как там делалось? Ваня? Подожди, подожди, Ваня? Подожди, 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 где ты? Ваня? Где он? Где он? Где он? Ваня? Убежал. Что? А ты что, стикеришь? Так. Так. Так, 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 так. Ну давай, 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 давай. Долби его нахрен. Видишь? По ноге попал? А, всё, ой, нахуй. Хорошо, хорошо, я отбил. Вынес мусор. 9-12, окей. Нормально, нормально. Так, сейчас, погоди. Бля, я не знаю, почему не могу. На, нахуй, 10-12. 10-12, нормально, слышь, камбэк пошел. Угу. Так, 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 так. Ванёк, когда ролик на ютюбе? Вот через 2 часа где-то будет. Тогда можете выкладывать всякие нарезки и так далее. Так, ну где же ты, где же ты? Воу! 11-12, окей, нормально, ничего. Держимся, держимся. Алаки мувет мувет, алаки мувет мувет. Все. Алло, ну все. Как так? Габелла, Габелла, Вань. Ладно, я устал, Вань. Уже. Ну все, все, да. А ты, кстати, сейчас в школу ходишь? Я в колледж хожу. В колледж? Угу. Ничего себе ты. 2 года назад, меня... ты, когда ты с Никоглайм стримил, там, ты в школу, да, тогда еще ходил? То, что ты еще уроки делал, что-то такое? Да, 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 было дело. А что ты колледж, ты медийная личность популярная, что ты не скипнул колледж, а пошел? Ну, как бы так. У меня чат пишет ПТУ. Нет, я не в ПТУ, я пошел на оператора ЭВМ. На кого? На оператора ЭВМ. Ого. Ну, знаешь, это что-то типа связанное с компьютером. А, ну понял, понял. Хотел больше его обучить, ну, так сказать, научиться больше компьютеров хотел. А ты платишь за сессии или нет? Нет. Или сам все решаешь? Сам все решаю. Ага. Так что вот так вот. Понял. Так, ну что, будем, наверное, завершаться, да? Ну да, наверное, что уже.